И в продолжение темы. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 1 200 000 жителей Башкортостана. Завершили вакцинацию почти 1 100 000 человек. Об этом в рамках оперативного совещания в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. На сегодняшний день в Башкортостан поступило более 1 600 000 доз отечественных вакцин «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Эпивак Корона» и «Ковивак». В региональном Минздраве напомнили, что всего необходимо вакцинировать 80% взрослого населения. По плану вакцинации от новой коронавирусной инфекции нам необходимо вакцинировать 2 484 667 человек. Продолжается вакцинация в том числе и на мобильных пунктах. Работает у нас всего 203 пункта, включая мобильные. По темпу вакцинации мы занимаем 13 место. Отмечу, за сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 310 жителей республики. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии превысило 60 000 человек. Скончались от осложнений 15 человек за сутки, всего 1 311 человек. В инфекционных больницах и отделениях республики развернуто 4 500 койко-мест, только 10% из них свободны.